переехали на другую локацию. Молодец. Красавец какой. База длинная. На пороге даже не сел. Ты смотри, все даже столько автомобилей заезжают. Базны полегче, конечно. По-любому. Или на пороге. Нет, пороги мне он стащит. Руль правее немножко. О, видишь? Я сзади старался. Нормально. Только по бамперу надо посмотреть. Смотри по бамперу, что как пройдет. Нет. А, не проходит. Уперся. Уперся, Коль. Не пройдешь. Если только как-нибудь наискосок попробовать. Нет, здесь не получится у меня наискосок. Нет. Не, бесполезно. Назад выезжай. Нет, или вперед ехать, посмотреть немножко. Сейчас вот. Да не, он еще. Он вот в эту горку упрется. Если только он на тот этот бугорок заедет. Не, Коля, оторвешь. Не, Коль. Не. Выезжай. Попробуем потихонечку. Разгона здесь нет. Занижение 3.07. Версевой блокирует нас сразу, да? Наверное, да. Вот. И попробуем потихоньку. Ну, поехали.
Федя там волшебные кнопки нажимает. Потихонечку, именно потихонечку пробуем. Без разгона. Подъем очень крутой. Я не знаю, на камеру не передать, наверное, сам подъем. О, поднялся. Что, вывезет? Вот мне интересно посмотреть. Вот у меня да, вот мне интересно посмотреть. Не хватает занижение для Нивы. Это самое первое, что нужно ставить в раздатку. Колеса срываются. Но заползает. Заполз. Да нет, все спокойно заезжают. Потихоньку. Стой. Упираешься. Стой. Все. Здесь вот. Thank you.
Сейчас, да. Там аккуратнее, там не знаю что. О, диагонально вывешивание. Ну-ка давай. У вас патриот на автомате воткнется лицом. Смотрите, я на Ниве спускался и лебедка уперся немножко. Другой патриот здесь вообще уперся и не мог выехать. Отпусти тормоз, отпусти чуть-чуть. Что там, хватает? Ну пока да. Ну давай, давай, давай. Да, прошел. А назад, наверное, нереально, да? Нормально. Попробуешь назад? Задом? Не, вот. Ну давай. Ты на первой? Нет. На драйве? Не-не-не, драйв убирай первую, чисто первую поставь. Сейчас, давай. Ну это эти, брызговики у тебя скрипят. А то он Толик оторвал, я тебе подарю. Там лежит. Да? Да. А ты знаешь, как бы неровно колеса задние, не оба крутятся, по очереди почему-то. Ты смотри, вот вам автомат. Повис? На порог. Нет, он, в принципе, назад-то должен. Жень, назад, 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 вперед нет, назад. Во! Руль вправо, 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 вправо. Вот так держи, спускайся. Тяжело. Красавчик, все равно красавчик. Покажу, покажу. Все, 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 не надо. Сейчас попробуем на ней. Все, ровно, ровно, ровно. Ага, поехали. Молодец, не побоялся, молодец. Как у Женька, там кратом поднимем. Ага. Там кратом поднимем. Первая пониженная, межосевой заблокированный. Короткая база, как видите, да? Заезжает без проблем. Здесь я на своей 31-й проезжал. В баллоны проваливаешься. Крути руль. Руль поверни, поверни. Все, поехали. Все, спускайся. Стой, тебе сюда надо. Ну ладно, спускайся, так интересно. Молодец. Здесь я равнял бампером. Насколько выгоднее короткая база, а?
Нормально, там вот, не достаешь бампером, не достаешь. Человек все переживает. Все, уезжай. Здесь у меня машина задиагоналилась. Проходишь, проходишь. Нет. А почему? База коробка короче, мне кажется. До двух поставить. Ходами понятно. Проскочь тут эту ямку и все. Газ, 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 газ. Вот, видишь? Опять вот колесо вывешивается и все. Да, у тебя колесо вывешивается, заднее правое и все. Колеса на бугор, да. Попробуй поставь на бугор. А, либо на бугор. Да, на бугор. Вот, давай. Нет, нет. Ну все, молодец, что попробовал. Самое главное. Молодец. Смотрим Ниву Бронто, первая пониженная, потихонечку. Одинаково, да, ребят? Тоже задний редуктор, самоблок отработал нормально. И, ну, а горочка такая приличная. Как видели, что не каждый смог, ой-ой-ой, сюда заехать. Поэтому пишем комментарии. Нива Бронто завода полностью укомплектована. Сюда и багажники можно поставить, и фонари, и у них в книжке написано. И 2131 постепенно дорабатываю. Так что опускайтесь в комментарии и будем с вами общаться. Готовки наши закончились, подводим итоги. В принципе, тема была про Ниву Бронто. Автомобиль новый, интересный, едет в принципе достойно, да? Но все равно нужно занижение в раздатку устанавливать этого автомобиля. Вот. Мы тоже как могли покатались, ждали дождя, но, к сожалению, в следующий раз. Поэтому всем спасибо и до новых встреч, да? И погнали. Ура! Все, давайте.